Дніпряне, земляки. С 2000 года мы активно развивали этот праздник. За эти годы было сделано много хороших, интересных подарков. И сегодня вашим трудом город развивается. Тоже будет обновленный парк, или даже совершенно новый парк. В сложное для Украины время вы сделали правильный выбор. И сегодня Днепр или Днестровщина олицетворяет мир, надежность. И это дорого стоит. Искренне хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, мирное небо, чтобы не летали вертолеты с ранеными из Донбасса, чтобы мы радовались тому, что живем в таком прекрасном городе. С Днем города вас!